Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю поход в ресторан. Давайте начинать. Так, доченька, пойдем со мной в ресторан. Пойдешь? Ой, пошли, мама. Вот, смотри, какой тут модный. Какие модные диванчики, красивый стол, даже лампа. Да, вижу, мам. А где мы сидеть будем? Хочешь на диванчике, хочешь вот тут на креслах? Я предпочитаю диван. Хорошо, садись. Так. Сейчас подождем, когда к нам официант приедет. Добрый день, Ваше Величество. Вы что-нибудь будете заказывать? Да, пожалуй, можно ваше меню? Конечно, вот сейчас положите на стол, пожалуйста. Вот так, посмотрим. Так, давайте, записывайте. Да, Ваше Величество, чего? Так, я хочу себе просто воды и шницель из говядины. Хорошо, Ваше Величество. А что вы будете? Мам, можно меню? Ага. Так, я хочу хот-дог, потом спагетти. А пить что будешь? Что-то я пить не хочу. А мы можем вам на двоих в воду? Да нет. Так, что ты еще говорила? Так, я хочу печенье, хот-дог и эти спагетти. Все. Если что, еще можете дополнить. Да нет, пока все. Хорошо. Подождите, когда мы вам это привезем. Так, у нас еще вот есть такая акция. Закажите два напитка одинаковых. Извините. Два напитка одинаковых, и вам в придачу привезут фрукты. Давайте. Дочь, ты что закажешь? Воды? Ну, я не знаю. Мам, давай лучше два. Ой, я, короче, не знаю. Ладно, давайте две воды. Хорошо, Ваше Величество, Ваше Величество. Ладно, мы поехали. Ладно, давай подождем, когда нам принесут еду. Маман, ты же говорила, у тебя есть вода. Но если ты хочешь пить, то я тебе потом дам попить. Ой, ладно, подождем. Так. Надо подождать, когда же они там приедут уже. Так, вот, Ваше Величество, вот эта половина заказа, сейчас мы вам привезем другую половину. Вот ваша вода, чашечка вам, чашечка вам. Мне казалось, вы принесете две бутылки. Нет, у нас так, как не по традиции, так это. Ой, блин, тарелочку забыла принести. Вы подождете, хорошо? Ладно, а вот ваши фрукты. А я тоже для них тарелку забыла принести, блин. Ой, короче, я привезу вот это все со вторым подходом. Хорошо, ну стойте. Да. А можно, пожалуйста, еще нам чипсы? Чипсы? Какие? Принглс, Лейс. Лейс хочу. А ты? Ну, давай тоже. Мамочка, мне сразу говорю с луком, а мне обычные. Хорошо. Поехали. Давай, что ли, пока попьем воды просто. Да нет, что-то я не хочу просто пить. Ладно, подождем. Ну, так, где же они? Вот мы здесь. Кажется, вы принесли то же самое. Да, кстати, вот эти чашечки, они не для вас, просто это для маленьких детей. Для вас вот большие чашки мы принесли. Простите, мы просто ошиблись. Хорошо. Вот ваши фрукты.
И вот ваш хот-дог. Ай, хот-дог упал. Чего у вас все время, блин, падает, а? Простите. Ай! Этот хот-дог не хочет нормально лежать. Как-нибудь вы это съедите. Так, вот еще. Это ваше. Это спагетти. Это ваш шницель. Это печеньки. Господи, может вы что-нибудь съедите, я это отвезу? А то что-то у вас слишком много. А, да. Блин! Я лучше это съем. Все, отвезите вот это. Еще я фрукты. Я фрукты съем. Ам-ням-ням-ням. Все, отвезите вот это вот. И чашка упала. Ой, то есть у меня чашка упала. Что у вас тут за сервис такой? У нас иностранный. Что-то очень не похоже. Да. Че у вас тут все падает? Объясните мне, пожалуйста. У нас очень все скользкое. Видно. Вот печеньки ваши. Все остальное мы сейчас отвезем. Подождите, пожалуйста. А чипсы мы сейчас тоже привезем. Так, ну что, давай налью воды. Так, все, я попила пока немножко. Ням-ням-ням-ням-ням. Все, я съела шницель. Ням-ням-ням-ням. А я эту пиццу. Ой, то есть это спагетти. Да и печеньки все съедим. Ням-ням-ням-ням. Все, мы съели, ждем, когда официант приедет. Официант, где вы? Официант! Официант, где она, блин? Ну, тут уже... вот, я вам тут чипсы привезла. Вы уже все съели. Вам оставить воду? Ага, все падает. Так, это я отвезла уже. А вы не можете нам еще кое-какой заказ сделать? Конечно, вот вам чипсы. Пока сюда поставлю. Вот вам чипсы ваши, пожалуйста. Так, ну какой вам заказ? Давайте нам, ну, с собой. Такие вот, как это у вас называется, какие-то печеньки. Это влюбленные печеньки. Давайте их нам только в упаковке, ладно, мы их дом съедим. С собой, да? Хорошо. И принесите счет, пожалуйста. Ладно, хорошо. А вот. Да. Так, сейчас. Так. Это отвезите все. Так, чипсы мы тоже с собой. Вам пакет надо будет взять. Да, если у вас есть. Пожалуйста. Мама, ну ты мне обещала. Ой, еще, пожалуйста, кошмарный кексик. Ладно, сейчас. Так. Сейчас. Подождите, пожалуйста, минуточку, у нас там затруднение. Хорошо. Да, как долго. Вот все мы уже везем. Наконец-то вот ваш пакет и вот кексик. Да, положить нам все сюда, вы счет привезли, надеюсь, да, сейчас. Какой странный ресторан. Соглашусь. Так, вот ваш счет. Так, сколько это? 5 тысяч. О, блин, извините. Какой сервис? А сколько еще стоит? Это кошмар. Ну вот, держите. Ой, да все. До свидания. Заходите еще. Мамочка, надо сюда заходить почаще. Нет уж. Мы просто сюда зашли, потому что я не хочу готовить.
Нормально. Ладно, все, пойдем. И всем пока. Вы были на телеканале Тыковка ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.